иногда забываю, что мы посреди ничего и не сможем в случае что добраться до больницы, сделать какой-то рентген. Тадшишени река безжалостная, она забрала очень много жизней. Вот поэтому мы называем это стеной смерти, это настоящая мясорубка. Для неподготовленного человека это не самое лучшее место. Месте настолько уникально, даже горы больше и совсем не похожи на те, что я видел раньше. Еще 50 лет назад здесь не было деревьев, а 100 лет назад почва была мертвой. Совсем недавно наш лагерь почти унесло, и меня вместе с палаткой тоже, покоряя нетронутые склоны.